Ты это видел, да? Ты видел? Здорово, здорово. Ты видал? Он кинул. Я нажал кнопку записи. Он ки. Вот ты мразь, блядь. О, слава богу, здесь есть еще один. Ну, мало ли. Вишенка. Понятно, вишенка. Так. Мёрфи. Так, Мерфи. О. На нахуй. Бля. Хо. Мастер боя. Так, подожди. На. Так, ты. На. Сука. Пич. Мазафака. Дохни. Да, блядь, ты заебала, слышь ты. Корова ебаная. Ху, блядь. Вот ты, блядь. Сука. Мёрфи, блядь. Хули тебе хромаешь, блядь? Как мне здесь оказалось? Может, типа лучше нож тогда взять, раз такие дела происходят? Не знаю, ножом, мне кажется, будет поудачнее. Ладно, придется аптечку-то использовать. У меня их 4 штуки. Ну ладно. Так. Инвентарь. Я там где-то какие-то провода брал еще для чего. Не думаю, этим проводом можно закоротить шерифтическую цепь. Хорошо, да. Бинго. Что-то графен лицо твое потерял где-то. Ладно, может, есть что лучше, чем пиво, типа. Щу! Не знаю. Лучше нож взять. Нет! А, это бросать не глядя. Блять, пики, подними его. Вон. Так, что он здесь вообще? Да хватит тебе там каркать-то, блять, слышь. Так, вот. Так, а ну сполз! Получишь сейчас. Кошара, блядь.
Ладно. Так. Да, блин, я думал, что-то стало. Так, а ты что? Пусто. Спасибо. Спасибо за разочарование. Так, окей, там зашел, здесь вышел. Ой, да идите нахуй. Так, здесь что-то интересное. Должно было быть. Игра прям так говорит, это я линейная, блядь. Все правда. Молоток, молотком должен побольничей быть. Ярни, заткнись нахуй. Электричество нет. Интересно, а куда же оно ушло? Куда ушло электричество? Надо найти, блять, его. Разыскать. Так, разыскать надо электричество. Ну, есть молоток. Теперь я могу гвозди как бы забивать. Мне вообще хуй и все. Ну она, бля. Так вот. Я уже показал, что я могу. Не особо-то намного. Так. Давай! Давай! Блин. Ура, блядь! Так, ну с первым врагом мы столкнулись. Кто же будет следующий враг? Что там за хуйня происходит? А, монетки, да? Гаражетон, во. И что я должен сделать? Подожди. Ну, это... как бы пиздец какой-то. Так, вот это поселение, это что, желтое? Я правильно иду? Да. И последнее. Я выиграл? Yes. Бля, ну глупо же у вас как-то билеты можно отвлекли. Росгвардия там право нарушает свои. Точнее, не нарушает, а при
Короче, гоняют, блядь, по дороге с мигалками, чтобы их все пропускали, естественно. Просто так. Блять, выродки. Так, подожди, ну а теперь мы куда? Назад я не вернусь никак. А, потому что ведь или там... типа... Здрасте. Но зато есть билет. О, лопата, я могу? Что-нибудь? Грабли! Смотри. О, чё? Ой, чё? Хуя, блядь. О, ну-ка, зажать. О, блядь. О, о, о. Ладно, побуду немного. Побуду просто. Так. Может, всё-таки здесь можно запуститься? Да нет, здесь пиздос какой-то полный. Заткни там пасть свою, блядь, чирикаешь. Черчирик нахуй. Нет, ну я взял, ну. Карта есть. Ну, вагонетки, ну спасибо, блядь. Хорошо. Где же я был? Был, да? А, не, подожди, здесь на небо. Да, здесь и не было, смотри, аптечка есть. Чё ещё, блядь? Ты ж прелесть какая. Шампанское. Хуя, да? Хуя, блядь. Ну, с этой хуйней мы сейчас заживем. Если еще поймем, куда нам идти вообще. Кры. Вообще ты бы мог просто переползти, ты мог бы. Зачем мне? Типа. Ну ладно, хорошо, ну давай так вот. Типа. Чао! Нет? Чё, серьезно, нет? Я, бля, из-за тебя потратил. Чё? Ну, ни монеткой нет, ни фонариком нет, ни пистолетом нет. А чё мне-то надо взять? Типа, ты не можешь сказать, что это? Ну, замок. Ну, окей. Сука. Ну, давай возьмем, типа...
И там молоток я где-то здесь оставил. Вот. Ну, давай молотком сейчас попробуем. А, вот же след, точно след, след. Я еще кажется, что где-то ключ должен был найти. Ты постой, парады должен был ключ это найти. Да? Окей, окей. Хорошо, хорошо. Ищем ключ. Ключ ищем. Но где он может быть? Я хуй его знает. Типа... Вот. Типа... Давай будем начинать двигаться как бы... С самого начала. Не, давай с конца. Окей, отсюда давай начнем двигаться. От этой хуйни всей. Типа... Ладно. Нет ключа. Тут хорошо. Давай сюда зайдем. Где сейчас все пойдем? Можно мне обратно тесак взять, да? Так, смотри, тут нихт. Тут тоже как бы ничего. Это кого? Ладно. Да иди ты уже. Смелее будь. Так, еще есть лопата, ты быстрее лопата еще можно. Я прям мастеритель с оружием. Нахуй мне такое вообще надо. Так. Крики, блядь. Так, давай здесь внимательно сейчас. Бля, кто-то там начал косить чего. Чё? Чё? А, это грабли. Скажи, чё? Ага. Ладно, ладно. Палец зачитался. Казалось, да? Бля! Ладно, с молотком. Я не вижу здесь, типа, смысла в этом всем оружии. Вот это есть нож. Сумасшедший кот. Взять? Кого? Ебать! Нас. А! Одежда, он же сказал, надо... Я не думал, что это... Что это, блядь?
и ключ, смотри, как все совпало. Long time since I had real clothes. Ну теперь я мент. А что там? Что-то рация там? Не-не. One way ticket, one way ticket to the moon. Да? Правильно спел? Нет? Болезненный значок в кармане куртки оставленной одежды. В кармане куртки оставленной одежды. Диван, пол стоять, я брать. О! А чё это ты женщина хочешь? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Уходим, уходим! На въебалище твоё и в твоё на... На, мазафака. Мазафака. В смысле? А. Я, конечно, все понимаю, мужчина, но... Ты, типа, принципиально не перезаряжайся. Зачем бросать-то? Бля, я аптечку использовал. Ёбаный в рот, я забыл. Я забыл, сука, забыл же, что... Вправо используется аптечка, влево используется пистолет, вниз просто... Трясем, 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 трясем. На. Может, дашь свою подругу добить? Сползи-ка ты. На хуй, сука. Так, слышь, чё? Сдохни, нахуй же. Так. Даже, блядь, не вставай. Всё? Да, всё. Ты ж, блядь, посмотри. Хуйня какая-то, блядь. Мне бы, конечно, что помощнее, а не вот этот, блядь, молоточек. Пистолеты все проебал, нахуй. Точнее, пули. Так. This must be the ticket machine. Вот так тебе. Блядь, технология. Wherever this thing goes, can't be worse than back there, can it? Да будет чухур. О, чифка. Out the fring pain. Pine. Хуй пойми. Хуй пойми.
Сохранение. Так, ладно, мы что-то побиты слегка. Locked. И все равно локт. Въебал по нему. Anybody in here? Hello? Так, хорошо, пиво. Бросил с пивом. Сишки. Ты хуя, вырубайся, блядь. Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. Кто, блядь, дед там? Блядь. Чё там? Либо где инвентарь помощи. То есть у меня есть зажигалка. А к чему она? Без понятия. О, топор! Наконец-то! Тут существо, но машет, но везде одинаково. Ломик. Ха. Не, лучше топор. Чем для ломик. Too much to knock this down. На, блядь. Получай. Чья песня будет? Постой, мы кругами, да, прошли? А, вот дверь. Сейчас мы расхуячим, блядь, нахуй, сука, такой. Ключ. А чего ключ? Thank you.
А, сейчас мне наверх, точно. Даже было. Лёгт. Лёгт. Теперь должен быть не лёгт. Странно всё это. Ключ. Открыл. Да заходи. Да здрасте. Блять, нахуй мне этот табурет. Не все, да, можно рубить? Только определенные штучки. Хорошо. Я это запомнил. Так, это палка. Есть палка. Так. Бля, конечно, мне надо будет подлечиться. Pretty impressive, ain't it? You might not guess by looking at it, but this place used to be filled with all kinds of visitors. Moms and dads and little kids and... Yeah, it was a really nice place. I'm sorry. You are... Name's JP, and that, sir, is the Devil's Pit. 490 meters straight down to the blackest soul of the earth. The deepest limestone sinkhole north of... Look, fascinating, but... Sorry. Something tried to kill me back there. You haven't seen anyone? I mean, strange wandering around here, have you? First time visitor, huh? Нет, блядь, два раза, сука! Второй раз, нахуй, вот заскочил просто к вам повеселиться. Думал, блядь, одного-то раза не хватило. Думаю, заеду как вам еще, блядь, на пирожки. Just love that little train. Где? Я не вижу ни одного. Ты больной? Выпрыгивай нахуй с этого моста, блядь. Sorry. Someplace I gotta be. Какой она? Вниз тебе, блядь, надо. Вот туда вместе с монетой прыгай. Спасибо, блядь, тебе большое нахуй. И в лицо, блядь. Спасибо. Мразь тупая. The Devil's Pit. Ага, бля, прикинь, да? Смешной какой, вот чудище, блядь. Так. Монеты. Не, а хули темно, слышь? И здесь такая же хуйня. А, блядь, спасибо за наебалово, блядь. Hey. Where'd you say that train is again? Told you. Just head on down into the caverns there. You'll find it. Thanks. That's a hell of a drop.
Я с топором, он даже не стесняется мне. Типа ему столько. А чё, чё там взять? Чё взял, хуй пойми. Даже как-то похуй стало. Интересно, на лифте? Ладно, давай. Бля, там надо опять женщину, да? Тихо, вкусно. Пока не сходим, не узнаем. Ну да. Сиби-ка ты нахуй. Есть аптечка. Да блять, да как же. Да, это конечно, блять, пиздец. Ладно, 4 аптечки. Бои тут, конечно, самые отвратительные из всех на Silent Hill'ов. Хотя... из всех я, конечно, перегнул. Из всех. А есть Silent Hill'ы хуже, чем вот это вот... боевки. Или такие же, точно. Подожди, это еще один зэк. Мсье. Вот ее нейм. Так, мексиканца убили. Какого-то там еще был Нига. Нига, братух. Кому оскорбительно? А у нас это не считается оскорблением. Так что можете оскорбляться хоть сколько. Если это не является оскорблением для нас, то это не является оскорблением для нас. Только... Да где? Я ничего не вижу, извини, блядь. Сука. Что это? Труба? А, палка с гвоздями. Ну, блядь, топор себя показал. Топор показал себе очень хорошо. Поэтому, чего там взять-то? Опять палка. Заточная. Блядь, в жопу себе просто засуньте. Все, вы дали мне топор, бля. Все, успокойтесь. Так, что из-за банки? Хуйня вообще. Так, зажигалка, если не ошибаюсь, вниз. Но зачем она? Не понимаю. Ну хоть оружие при этом не выкидывать. Бля, беги, Форд, беги!
Дэнджа. Плач летучей мыши. Бля, началось, да? Ох ты! Какую кнопку нажать? Никакой, да? Я удерживаю. Удерживаю. Надо их несколько раз щелкать. То есть нажал и держу. Потом нажал, нажал, держу. Нажал, нажал, держу. Это что-то не сразу. Не просто типа держите, так оно не работает. Нет, нет. Говорит, нет. Блин, нахуй. И чё я без топора? Ёбаный, верни топор. Подожди. А чё это вдруг? Схуяли это вот так вот? Я просираю и фонарик, и, блядь, пистолеты. Что я вам сделал-то, блядь? Повернуть нахуй. Да. Ну, вариантов-то у нас. Чё взять? Конечно, возьмем. Хоть чем-то будем ебашить. По морде, блядь, уж то вообще. Все отобрали просто вот. Просто потому что фонарь был на поясе, пистолет тоже типа за поясом. Ух ты. Кирка-то покруче будет. А мне может это надо. Хуя, бля, блядь, на, блядь, на, нахуй, сука. Не, подожди, а куда мне? А, во. На, блядь, на. Хуяк, сука, падла. Тварь! А, все, все закончилось, перестань махать. Бля. Темно, это, конечно, пиздец. Здесь то что? Просто нихуя. Ладно.